Всех приветствую на канале Ярославский Лер. 28 ноября на дворе. Снял последний подсолнух с ортолакомка этого сезона и убираю сами растения. Хочу вам показать очень мощную корневую систему данного сорта подсолнухов, позволяющую им вырастать на высоту 2 метра и более, без существенных подкормок и всяческого ухода. Без специального оборудования в виде лопаты с рельсовой сталью данное растение вырвать нереально. Обязательно сажайте подсолнухи с ортолакомка. Получаются отличные семечки. В магазине вы похожего ничего не купите. Обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!